Мне очень давно не было на Ютубе, и у меня появился Кул из Икеи, я вам обязана ее показать. Это мой краш. Вот поэтому мы пошли с ним на новогоднее путешествие. Важно. Зеро-зеро-ванс, метание 1000, и да, сегодня я снимаю вас новое видео. Как вы поняли, это видео на новогоднюю тематику, вы это могли понять по гирлянде на заднем фоне, она мне очень нравится, она очень классная. Сима ждет очень классные фотки в инстаграм. Сегодня я снимаю скетч о наболевшем, о том, как мы узнали, что Деда Мороза не существует. У каждого этот момент успеет по-разному. А возможно, кто-то прямо сейчас пишет письмо Деду Морозу. Ну или пишет, но при этом не верит. Ну тогда вы клоуны, товарищи. Если что, это шутка, не воспринимайте всерьез. Просто да, такие люди тоже бывают. В любом случае, я надеюсь, что вам понравится это видео. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальцы вверх и также подписывайтесь на мой инстаграм. Да, ссылочка на него всегда есть внизу в описании. Я буду очень рада, если вы туда заглянете. Ну а мы начинаем. Поехали! Мам, я сейчас уже опаздываю, я бегу к друзьям, мы пойдем кататься на горку. Вот, поэтому ты меня не ищи. Вот, до 6 буду точно. Опаздываю. Все, мам, пока. Перчатки забыла. Мам, ты видела мои перчатки? Боже мой, ну где же они? Так, я ничего не видела. Later. Мальчишки, всех с Новым годом! И тебя, Танюша, с Новым годом поздравляю! Ты себя хорошо вела! За это получай подарочек! Спасибо! Конфеты, мои любимые! Спасибо большое! И еще один. Как? Это же подарок, он был там, и ты не Дед Мороз. Деда Мороза нет. Мама? Ой, Таня, ты разбудила? Что ты тут делаешь и почему ты трогаешь подарки? Я? Ну, я просто проголодалась и хочу кушать. Вообще-то это Дедушке Морозу. Обойдется. Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я себя очень хорошо вела, поэтому ты просто обязан подарить мне следующие подарки. Мам, я тут написала письмо Деду Морозу, поэтому можешь ему его передать, пожалуйста? Да, конечно. А можно я посмотрю, что там? Да, хорошо. Знаешь, я тут подумала, Деда Мороза не существует.
никак не существует. Ты врала мне все это время? Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я над ним, правда, очень сильно старалась. Хотя оно получилось не очень большим, но все равно. Не забывайте подписываться на мой канал, на мой инстаграм, ставить пальцы вверх. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я вас всех безумно сильно люблю. До следующего видео. Пока!